Яночки. И посмотрите, что они сделали с этими частушками. У моей кальяночки да золотые планочки. Ой, да заиграю, ой, да запою, с ума девчоночки сведу. Да любую. Итальянка молода, нежное создание. Я пришла, мила, к тебе сегодня на свидание. Ну, молодец. За рекой итальянка пела, пела, голосистая. Привлекла, да и приложила девушка. Курсистая, о, да какая? Какая? Гармонистка, что играет, отворит, а затвори. Больше с этой итальянкой на свидание не ходи. Да ты чё? Вот так. А я люблю красивых девок, полненьких, румяненьких, чтобы девки, ой, да покупали, ой, да приносили пряники. Да послаще. Не ходил бы на свидание, обязал бы веники. Про любовь не понимаешь, просишь только пряники. Ну и чё? Ничего? Пойдем, троечка, домой на печке отогреемся. Про любовь пора подумать. На кого надеешься? А? Да на итальяночку. Пойдем, Любушка! Игоря Докунов, Елена Сидорова, на поклон к зрителям. Браво вам, крещать!